Задолженность по налогам может стать причиной сорванного отпуска. На прошлой неделе за неоплаченный долг в 13 тысяч рублей с авиарейсов в Таиланд сняли жительницу Ангарска. Сегодня в отделе судебных приставов десятки желающих ликвидировать ограничения. Применение статьи 67 Федерального закона об исполнительном производстве – одна из самых действенных мер работы с должниками. Данная статья в данный момент очень актуальна, потому что близится период отпусков, люди начинают выезжать за границу, многие, не проверив на предмет задолженности, у нас выезжают, и таким образом получаются неприятные моменты, то есть снимают с рейсов у нас. Сумма долга должна быть не менее 10 тысяч рублей, соответственно, орган, выдавший исполнительный документ, должен быть судебный акт, решение суда. С начала года в Ангарске вынесено более 4000 постановлений об ограничении права выезда за границу. Большинство нарушителей закона после применения таких санкций долги государству возвращают.